Членов международной экспедиции «Тысячи ли по шелковому пути» торжественно встречали сегодня в Алматы. Караван из 16 машин выехал 19 июля из китайского города Сиань. Президент Нурсултан Назарбаев призывает сделать Казахстан крупнейшим транзитным хабом Центральноазиатского региона. В проекте «Новый шелковый путь» наше государство должно стать своеобразным мостом между Европой и Азией, возродив тем самым свою историческую роль. Важные пункты на отрезке шелкового пути недавно вошли в список культурного наследия ЮНЕСКО. Это очень важный прорыв, потому что включение в великий памятник ЮНЕСКО в список всемирного наследия очень важно, потому что это способствует активному развитию туризма. Ну, так уж случилось, что турист, когда отправляется в путешествие, он смотрит и список всемирного культурного наследия. Едет в те города, которые ЮНЕСКО как бы рекомендует вот этим самым включением.